Как в этом мире едино небо и земля, как род и родина, муж со женой, так у нас получается и суриница с суроваргом. Два единых начала нашего мира, нашего прекрасного с вами мира, в котором течет река жизни. И, наверное, многие из вас знают, что такой вот рекой, олицетворяющей всю силу Руси изначальной, являлась Двина. Она сдвигает все процессы, которые идут в истории, то есть она творит былину. Oh.
Саян, Туман. Аплодисменты сами. Растелался
нее веселиться. Я смотрю, немножко все засиделись, пора нам освоить новое наше вот это сценическое пространство. Скоморохи танцуют все. Пойдем с нами. А чего сидим-то? Так и застынем. Сейчас, прежде чем мы заведем капустку на исполнение одного материального желания, мы вот сейчас выступим как хор. Аплодисменты нам, пусть на аплодисменты. Помашем нам рукой. Мы очень рады, мы вас любим. Всем привет! Мы прикладываем руку к сердцу. Мы счастья вам сейчас всем желаем. Счастья всем снаружи, чем счастья светом ручим. Счастье мне вначале, себе надо пожелать счастья, да? А потом кому хотим, тому и желаем. Понятно, да? Песня про счастье. Исполняет хор. Вторая часть хора в зале. Счастья всем сворожичам. Счастья светлым родичам. Счастья мне и тебе. Счастья, счастья, счастья мне и тебе. Счастья, счастья, счастья всем сворожичам. Счастья светлым родичам. Счастья мне и тебе. Счастья, счастья, счастья мне и тебе. Счастья, счастья, всем счастья! Подумайте вступить сейчас в старую нашу забаву, капустка. Вы знаете, совершенно серьезно, мы провели, вот здесь присутствует делегация Крыма, не дадут соврать.
Мы провели фестиваль в Крыму, приезжаем, а нам прямо пишут, знаете, во время праздника в Капустке я загадал УАЗик. И человек прямо присылает нам фотографию, говорит, УАЗик тот, что нужен был, на, в общем, 600 тысяч дешевле, как я и хотел, с очень хорошим исправным состоянием. То есть, кому нужны УАЗики или что там, кому, приходите к нам. Это древнейшая такая, как сказать, высокая технология. Никто не понимает, как она работает, но она работает. Загадываем четко-четко. Все загадали? Теперь, смотрите, не размыкаем рук. Не двигаемся не в ту сторону. Вот вас дернули, туда идите. Ведущий приведет к материальному благополучию. Никакой самодеятельности. Вторая часть Баррисонского балета. Не слышу аплодисментов. Молодцы. Расплетися, плетень, расплетися. Итак, не размыкаем рук. Расплетися, плетень, расплетися. Развернися, труба золотая. Угадайся, кума молодая. Расплетися, плетень, расплетися. Развернися, труба золотая. Угадайся, кума молодая. Славяне молодые, да красивые.
Сурамар. И выходят они красиво-красиво. Ну что ж вы так медленно это выходите? Сейчас уже пройдут дальше. Это красавицы наши. Это Наталья, подаемная сила, суреница. Светлана, душа, суреница. Меланерга, нежность, суреница. Лира, лад, суреница. И, конечно же, Святослав. Это руководитель клуба военно-патриотического воспитания «Отчизна», один из организаторов приоритета фестиваля «Утро Молодецкое». Владислав – это просто наше солнце снаружи круга, человек, я бы сказал, оркестр радости. И мы эти аплодисменты посылаем руководителю группы «Сурамар» Олегу Еремееву. Он просто сейчас очень-очень-очень занят. Ну, так вот, понимаете, дело много. И, конечно же, вы – самые наши дорогие и любимые, знаете, петь все могут, а вот так вот слушать, в костюмах приходить, из Крыма, с Красноярска приезжать, это дорогого стоит. Мы вас очень любим, дорогие родичи, два года.